Федечка! Всем привет, с вами снова я, Супер Эдичка! Ну, это как Супермен, только у меня Супер Эдичка, кто не знал. Добро пожаловать в новую серию! И мне поступил вызов, то, что на нашу планету планируется нападение. Нападение лавовых монстров-инопланетян. На эту деревню, вообще на нашу всю планету. Поэтому я решил то, что нужно ее спасти, я ведь Супер Эдичка! Я стою на страже этой галактики, на этой планете, я охраняю эту землю. И пока я жив, этой земле не будет грозить опасность. Мне нужно спасти эту деревню, этих носатых и всех вот этих остальных. Как вы видите, лавовые монстры уже на подходе, они уже тут стоят и готовы к нападению. А если честно, то, ребята, это моя новая рубрика, суть которой будет заключаться вот в чем. У меня есть дом и есть две нажимные плиты. Если вот эти монстры доберутся до этих нажимных плит и станут на них, то все это нафиг просто взлетит на воздух, потому что под этими нажимными плитами лежит TNT. И в чем суть этой рубрики? То, что у меня дома есть специальное оборудование для троллинга. Ловушки, шипы, проваливающийся пол, убивающая вода, лава, вентиляторы, которые будут сталкивать этих монстров лаву и прочее. У меня есть немножко времени, чтобы подготовиться к нападению этих монстров. Я сейчас подготовлюсь, я построю все ловушки. И когда я буду готов, главное самому не наступить на эти плиты, чтобы тут просто нафиг все не взлетело на воздух. И как только я буду готов к нападению этих монстров, мы будем отбиваться от трех волн. Первая волна — это слабенькие монстры. Вторая волна — это у нас огненные лавовые големы. И третья волна — это лавовые визеры плюс големы и плюс обычные солдаты. У меня есть примерно 3-4 минуты, чтобы подготовиться, и потом нападение начнется. Ребята, я надеюсь, что вам все же эта рубрика понравится. Если же да, то поставь огромный палец вверх прямо сейчас на этот ролик. Ради суперэдички. Если мы наберем хотя бы 25 тысяч лайков, то я обещаю то, что сразу же выйдет продолжение. Поэтому будет ли продолжение или нет, зависит только от тебя. А сейчас мы будем начинать подготавливаться этому мини-троллингу этих лавовых монстров и к защите этой планеты. Я суперэдичка, а вы суперэдички. Не, я не знаю, кто вы, суперэдички. Сами себе придумайте название, как вы. Суперподписчики, ну, пускай будет так. Оло, больше ничего не предвещает беды, нет? А, больше нападений инопланетяне не будет, нет? Оло, прием, все нормально, больше нападений не будет, поэтому мне нужно готовиться. В первую очередь, вот моя броня супергероя. Давайте мы ее наденем, и после этого у меня тут есть специальные предметы, как видите, для того, чтобы подготовиться к нападению. Все вот эти гранаты, мины я возьму сейчас, а еду и прочее я возьму потом, когда я уже подготовлюсь. Лавовые пришельцы, инопланетянины дают мне еще время, чтобы я подготовился. В первую очередь, мне кажется, то, что они как раз-таки пойдут через центр, поэтому мне в центре нужно подготовиться к нападению. Они еще стоят, они еще не нападают, поэтому давайте, ребята, мы с вами вместе все подготовимся. Тут, мне кажется, можно разлить лаву, и вот тут ее еще можно разлить. Примерно вот так. Чтобы, знаете, монстры сталкивались как раз таки вот в эти дырочки. Я сейчас вам покажу, как это все будет работать. Вот сюда можно разлить вот эту воду, потому что эта вода, как я понимаю, тоже убивает, да? Хотя фиг его знает. Эта вода тоже убивает, поэтому пускай будет все так. Еще можно вот тут разлить водичку. И также можно разлить не только водичку, а и лаву. Давайте мы вот тут разольем. Зашибись. И мне кажется, вот тут, смотрите, в чем самая большая проблема. То, что если монстры доберутся как раз-таки вот сюда, до этих нажимных плит, то всему просто кабздец, как я вам уже говорил. Поэтому нужно обезопасить вот эту зону, чтобы монстры все же сюда не забрались. А как они проберутся через центр, если у нас тут посередине будет лава? Я вот тоже не знаю. А, не надо гореть. После этого, мне кажется, то, что можно расставить немножко вот так блоков, которые будут гореть. Ребят, на самом деле вы можете писать в комментариях под видео, хотите ли вы, чтобы я продолжал эту рубрику, и также можете писать, какие ловушки я могу построить в следующей серии, потому что, мне кажется, фантазия у вас на самом деле безграничная, поэтому пишите, куда и что я могу поставить, чтобы вот эти монстры никак вообще не смогли сюда пробраться. Смотрите, что мы сделаем. Мы поставим сюда вентилятор. Один вентилятор и второй вентилятор. Как только монстры будут тут пробегать, их будет сталкивать как раз-таки в эту яму. А меня также сталкивает, поэтому давайте мы и тут вентилятор поставим.
Так, замечательно. Давайте мы вот тут воду разольем. И давайте мы разольем водичку где-то вот тут. Все. Монстры тут уже 100% не пройдут, как я понимаю. Я полагаю, то, что вот тут по центру можно сделать горящие блоки. Опа, опа, опа. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, меня само поджигает. Я сам уже в этих ловушках на самом деле застрял. И что самое главное, смотрите, давайте мы на самом начале поставим мины. Поставим одну сюда и одну сюда. Смотрите, как только эти монстры сюда приблизятся, вот эти мины взорвутся. И вот эта вода, которая есть вот тут по центру, она начнет растекаться по сторонам. И как раз таки вот эти все монстры попадут в эту воду. И мне кажется, что они даже вот там, уже на самом начале, смогут умереть. У нас есть еще шипы. Только я не... Шипы вот так, да, можно ставить? Да-да-да, шипы также бьют. Поэтому давайте мы сюда поставим. Не надо бить, не надо бить. У меня еще также есть, знаете что? У меня есть капканы, я даже про них забыл. Вот капканы, мне кажется, как раз таки можно поставить где-то вот тут. Хотя на самом деле капкан как раз таки нужно ставить где-то возле входа. Потому что если они все же смогут пробраться... То, чтобы эти капканы их как раз таки задержали. Я сейчас сам тут умру от этих ловушек на самом деле. Мне кажется, то, что тут можно... О-о-о, я чуть на мину не наступил. Вот смотрите, если мы вот сделаем так. Главное самому не забыть и самому туда не провалиться. И вот тут еще проваливающийся пол давайте сделаем. Опа, опа, опа. Прекрасно. Мне кажется, то, что еще вот тут можно немножко сделать. И супер... Ай! Я сам провалился. Прекрасно, прекрасно. И суперэдичка не потерпит поражения. Не потерпит поражения суперэдичка. Также я забыл то, что у меня есть песок-душ, который может их замедлять. Мне кажется, что его тоже можно тут немножко так расставить. Ну что, ребята, смотрите, на самом деле, мне кажется, то, что местечко для защиты у нас просто прекрасное. Поэтому будем с вами приступать к защите этой планеты. Нам нужно пойти и загреть первую волну монстров. Как раз таки... Ой! Не умирать, пожалуйста, не умирать. Нужно загреть первую. Вот. Давайте по центру, давайте. Погнали. Так, быстренько в другую сторону, быстренько. Они меня убивают, заразы! Да хватит, выпустите меня, сволочи! Так, давайте захаваем яблочко. Нам нужно заманить их, Все, о... Да не надо за мной, дебилы! Я вообще не ждал то, что все так быстро будет. Идите сюда. Нужно их заманить куда-то. Замечательно. Ты шо, собака? Ага, не ожидали! Не ждали то, что у меня тут мины есть, да? На! И ты не ожидал. Так, хорошо, отбиваю. Смотрите, Катя! Ребята, я их убил сразу, первым же подходом, с первой же миной. Да хватит, да что ж ты такой шустрый, не могу по тебе попасть. На, с первой волной мы почти с вами справились. Тут еще осталось несколько сволочей. Ай, я уже големов заманил. Големы проклятые. Хорошо, если я вас заманил, то вы не думайте, что я так просто сдамся. Ну что, голем, ты застрял в моей ловушке для троллинга, а? На, собака. И тебе на. А вот вы, заразы, что там стоите? Держите, ловите гранату, сволочи. Я не туда ее кинул, или туда. Нормально, держите еще одну. Опа. А ты что тут забыл, а? В моей ловушке, да? В ловушке моей застрял. Я сам застрял в моей ловушке, вот я дебил, а. Пока я тут вылезаю, ловите последнюю гранату. На. Опа. Слушайте, какие они живучие нафиг, а? Опа, дождик, просто эпично, все эпично. Давайте за мной. Сейчас я заманю их в свои ловушки. Да хватит меня бить. Хватит! Да, идите сюда, тут мина есть. Давай, наступай на мину. Молодец, какой красивый, какой, я даже не видел то, что тут визеры уже. На, собака. Вот визеры как раз таки это самое печальное. Главное, чтобы они не взорвали мой дом. Главное, чтобы мой дом не взорвали. Так, там уже ловушки на самом деле закончат. Слушай. Так, одного визера убили. Замечательно. Да, давай, на шипах там стой. Ты вообще умный, как я вижу. Ты что тут забыл возле моего дома? Да, стой на шипах. Какой молодец, смотри, какой умничка. Какой молодец вообще. И ты хоть, да, и ты стой на шипах. Ай, я вообще не заметил то, что у меня 4 сердечка. И давай, ты будешь гореть, да, молодец.
Молодец, молодец, молодец и молодец. Слушай, этот голем сейчас... Нет, он не зайдет в мой дом, как я хотел сказать, потому что он слишком тупой, чтобы туда зайти. У меня еще тут дофига просто мин, а я их не использовал. Давайте, давайте, пацантре, вы будете за мной бегать? Да, давайте, бегайте, 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 лавовые монстры. А, тут еще один визер. Давайте, идите сюда, тут у меня есть еще мины. Опа, опа, молодцы какие, какие же вы молодцы. Давайте сюда, у меня тут еще три мины есть. Идите сюда, давай, набегайте, я вас тут жду. Да-да-да, вот на ней, да, молодец какой красивый. Взлетел прям на воздух, тут еще одна мина есть, может и на нее наступить, давай. Что ж ты такой, наступи на нее, пожалуйста. Вот, вот она, вот, вот, да. Опа, какой молодец, взлетел на воздух, да? Ах, ну что, Галем, что мы с тобой будем делать, а? У меня есть еще две гранатки, давай я тебе закину краски вот эту гранатку. Эта граната взорвется через одну секунду. Хреново. И давайте я взорву в руках. Я надеюсь, что я не умру. Опа, как я полетел в воздух. Иди сюда. Иди сюда. Все. Все. Супер, Эдичка затащил эту катку и спас всю планету. Я даже ни одно зелье не использовал. Лечение. Прекрасно, просто прекрасно. Опа. Ну что, мои ловушки, мне кажется, сработали. Даже вот сюда не пробрались и даже не спасли этот дом. А вы хотите узнать, что бы было, если бы они наступили на вот эти плиты? Хотите узнать? А зачем я тогда спасал эту планету, чтобы самому взорвать этот дом? Не-не-не-не-не, я вам не покажу, что было бы. Но зато знайте то, что тут у нас все заминировано. Если бы кто-то из этих монстров наступил бы на вот эти плиты, то тут все бы взлетело на воздух. Мне кажется, то, что мы с вами спасли планету в этой серии, не я, а мы с вами ее спасли. Поэтому, ребята, если вы хотите продолжение, если вы хотите видеть следующую серию защиты деревни жителей, защиты дома от злых пришельцев, лавовых, а может в следующей серии уже не лавовых, да не может, а 100% в следующей серии уже не лавовых, то ставь лайкусик прямо сейчас на эту серию. Я обещаю то, что как только мы с тобой наберем 25 тысяч лайков, то сразу же выйдет продолжение. Ставь лайк, обязательно подписывайся на канал. Супер Эдичка тут. Спасибо, ребята, вам огромное всем за просмотр. Всем удачи и всем пока.